What if they don't find us? They will. How do you know? I just know. What do you think will happen after that? I don't know. But I got a feeling it's gonna be one hell of a ride. In less than 12 hours, the machines will breach the dock walls. Oh no. Jigs up, here they come. Give me full power, full system. Are we too late? Mr. Anderson, welcome back. We missed you. It ends tonight. Neo. He fights for us. Всем привет, дорогие друзья, вещает Халисимус, мы продолжаем начинать новую игру за одной, проходим их сейчас часто, я хотел сказать, конечно, продолжаем проходить игру, но нет, мы начинаем, это уже привычка. Но на очереди у нас снова игра по фильму, почти по фильму, вход в матрицу, или же вход в матрице, короче, Enter the Matrix. Давайте долго не будем думать, что за взлом. Взломать сохранение какое-то. Но предпочитаем начинать новую игру, чем загружаться сразу, непонятно почему. По мере прохождения я буду рассказывать, почему я взялся за эту игру, как я с ней знаком, в общем, когда произошло знакомство, и почему эта игра не столь такая плохая, сильно старая, но плохая по отзывам от критиков и менее ректабельная от игроков, попытаемся узнать по мере прохождения. Ну, сразу скажу, что игру я прохожу не слепой, не просто слепо, это я не первый раз запускаю, а третий, поэтому давайте уже просто начнем. Тут болтовня и сцена из матрицы, перезагрузка, вероятно. Посмотрите, они как мухи выползают из всех щелей, откуда только можно. У нас нет времени. Много времени? Нет, у нас нет времени вообще. Послушай, я не мистер Нейсей. Ты уверен, что я смогу первым найти это? Я не знаю, но это ее не остановит. Давай, призрак. Это безумие. Спарк, как долго ты на этом корабле? 3 года. Теперь ты должен знать, что когда она решится, у тебя будет выбор, пойти с ней или убраться с ее пути. Жена Уилл Смита. Может быть, я что-то путаю, но в фильме такого не было. Вероятно, специально отснятый материал для игры. Мы обыскали здание почты. Путь свободен? Нюб, это не просто. Тадеус был моим другом. Я знала его. Он не пользовался этим проходом. Он не верил им. Как бы то ни было, это стоило жизни Тадеусу и его команде. Я чувствую, что если мы не доберемся туда первыми, то нам это будет стоить намного больше. Ну, красный или голубой? Нюб, ты меня знаешь. Это не выбор, это образ жизни. Я знаю, как ценится мое мнение на этом корабле, но не хочу докучать тебе своими советами, хотя думаю, что тебе бесполезно ждать поддержки. Когда я привезу твое тело в Зион, как ты хочешь, чтобы я похоронил тебя? Кремировал или передал земле? Спарк, твоя вера в нас воодушевляет. Да, я такой, какой есть, и делаю все, что могу. Ты можешь заткнуться и нажать на кнопку? Мой капитан, ты хочешь, чтобы я нажал на клавишу двоеточие двойной блэкслэш выполнение команда? Так, выбор героя и всегда...
Не всегда, иногда я брал призрака, иногда брал Неоп. Неоп, как его перевели. Если вспоминать, в чем же отличие, то, собственно, прохождение будет отличаться между ними. Да, не смотри на меня так, сейчас я тебя запущу, оператор. Хотя видео запущено по циклу, оно повторяется. И записано буквально не больше 10 секунд. Вот, снова повтор. Ладно. Но играть мы будем, скорее всего, за призрака, потому что, если мне не изменяет память, была вот такая фича с Необой, ну, с небом, не знаю. Когда-то застревало во многих прохождениях, поэтому мне пришлось однажды бросить игру, поэтому лучше мы зайдем на прохождение ютубское от лица призрака. Что ты это делаешь? Что? Проверяешь свое оружие. Руки трусятся. Это же программа. Их всегда одинаково загружают. Хуме учит нас, что сколько бы раз мы не бросали камень, и он падал на пол. Вы не знаете, что случится в следующий раз, когда вы снова его бросите. Возможно, он упадет на пол, а может, он полетит к потолку. Прошлый опыт никогда не гарантирует будущее. Значит, нельзя быть полным. Я алкоголика выбрал, да у него руки трясутся просто похлеще, чем у меня. А, и да. Здесь были должны быть квадратные колеса, это я точно помню, это угар такой. У тебя есть 10 минут до закрытия почты. В этом районе полно народу, а к свертку никто не притронулся. Номер ящика 731222. Поняла. Эй, можешь сказать призраку, что если он не выйдет, то мне можно будет взять его ботинки? Итак, внутри или снаружи? Я возьму сверток. Будь на связи. Да, игра уже предлагает сохраниться, даже и не успел начать играть. Так, и мы попадаем в какое-то фойе. Окно передачи сообщений что-то ниже, я даже не успеваю читать. Ладно, надо вспоминать. Вспоминать управление, вот уже много всего вылазит, пистолеты есть, прыжки, удары ногами на левой кнопке мыши, руками на правой, а как достать оружие? А еще я могу как-то от стены прыгать. Нажмите мне паузу, чтобы войти в совет. Давайте совет почитаем, подсказки недоступны, охренеть, найдите и верните пакетик. Ладно, походу игра пока не хочет мне обучать боевке или стрельбе. Ладно, как оказалось, буква Е это достать оружие, но и одновременно это... В F и E отвечает за оружие, нет, хотя только Е достать и запрятать, ладно, это такое. На раковину залазить это, конечно, все умеют. Лучше сейчас, конечно же, запрятать оружие, чтобы не привлекать внимание охрану. Не знаю, зачем я это делаю, здесь ну, никого не будет, я уже сколько раз это делал, я просто хочу... Снова ознакомиться. Да еще и музыка повторяется, как будто на ротации стоит. Что? Как они? Из-за чего они ко мне прибежали? Ладно, новый совет, драка с многими врагами. А что есть с немногими еще? Чем вот мне реально нравилась игра, так это драками больше. Это был некий beat'em up, вот, когда камера перемещалась в бок куда-то, а не от третьего лица, как в путь Нео, который мне, собственно, не нравится, но об этом я еще поговорю. Сразу можно в лифт заходить, наверное, где-то. Или не сейчас, я уже не помню, честно, надо много чего вспомнить, но, видимо, мы идем по правильному пути. Спарк, лифты не работают. Ладно, нашел копию чертежа. Дай ее мне. Кажется, лифт доставил бы тебя прямо к этому ящику на второй этаж. Итак, направляйся к грузовому лифту в конце сортировочной. Потом... Что потом? Потом молись, чтобы он работал. Он работает. Но надо еще поискать. Блин, замечательно. Я за последние 10 лет ни разу не играл в Enter the Matrix. А теперь, спустя эти уже 10 лет, я снова запускаю свою игру. Ой, на своем компьютере эту игру. Привет, новый совет Кирдог. Может, вы мне расскажете,
Рокки-Дог. Различные типы бросков боевых искусств доступны при смешении комбинаций броска с движением. Как это делать? Непонятно. Вот, наверное, кидок как-то его надо на к нему найти, зажимать ЛКМ. Надо еще разобраться. Но это вроде просто гражданин, начальник, который может посидеть, но я что-то решил его прибить. За это очки вроде не снимут, карму не унизят, не понизят. А мы пока осматриваемся, что тут можно поделать. И пока я предлагаю подраться, чем постреляться. Постреляться мы еще успеем. И против агентов, и против каких-то ребят. Что это там? Police cops making you. Что-то там. Неизвестно. Кадры в телевизоре. Суровые нулевые. И я пока пытаюсь найти путь выбраться отсюда. Красная вот эта хрень. Это аптека. Надо бы запомнить, что она выглядит именно так. Можно комбинировать, да, атаки, это заметно, когда я нажимаю ЛКМ, ПКМ по несколько раз. Я нашел путь внутрь, попробуй дверь охраны позади стола клерка. 19 метров, так, появился указатель, который меня в свое время достаточно много бесил, но сохраняемся всегда, никогда не буду пропускать. Эпицентр, мы уже здесь. Помнится в детстве, ну, я был маленький, да, 6 лет мне было, когда я играл в эту еще игру. 8. Я очень много где-то блуждал, где-то застревал. И мое первое прохождение, собственно, с чего оно началось? На Новый год в 2003 году, когда вышла игра, родители мне под елку подарили Enter the Matrix. И это был удивительный подарок, потому что Матрицу я любил. Что фильм, что... Да только что и фильм. Первую часть, вторую. А вот третью я не сильно любил, хотя пересмотрел недавно перед прохождением игры, я адово потащился по ней из-за того, что она динамичная, и роботов там много, перестрелки. Короче, первая часть моя самая любимая. И возвращаясь к предисловию о том, что... Да ёлки-палки, что игру я установил в декабре, прям почти под самый сочельник Новый год. Запустил его себе на компьютере и играл. Играл, мне эта игра нравилась. И я думал, о да, я буду играть за Нео, хотя еще на диске было нарисовано, что там Нео был, Морфеус и Тринити. Я думаю, охренеть, это не может быть такого. И я запускаю игру, и тут показывают этого типа, который в фильме был, играл не самую важную роль. И Нео, тоже второстепенные персонажи, которые ничем не запомнились. И меня радует, что я делаю все очень быстро. Будто анлок сделали на FPS. Раньше все делалось очень медленно, да, тем более, еще, кажется, у меня была винда 98, когда я играл на этой игре. Ой, на компьютере в эту игру. Она еще немножечко подлагивала. Итак, я уже пока говорю, нашел первую проблемку. Не знаю, куда идти. Где-то, я помню, надо перелезть. Где-то надо перелезть или куда-то сходить. Видите, вот указателя нет. И теперь надо только догадываться, куда идти. Можно нарезать пару кругов. Помещение, видите, оно однотипное, однотонное. Зеленая гамма, и не совсем ясно, куда бы свернуть. Но я как стараюсь и пытаюсь. Как я обещал, я... Опа. Наверное, мне показалось, сюда ж нельзя пройти. Хотя повис он тут неплохо, я смотрю. Да, игра кривая для своего времени. Как я и обещал, игру попытаюсь проходить на быстрячке, потому что игру я проходил и практически прошел ее полностью. И чтобы... Вот куда мне надо идти. Почему-то я сразу не понял, что здесь лифт. Я, наверное, сейчас сяду или зайду. Как там менять цели? Парень тут умирает, шею себе заворачивает. Охрана умирает быстро. Ни хрена себе, кто-то тут уже успел пострелять. Сетка цели показывает твою текущую цель. Давайте попробуем. Да, она загорается зеленым. Только зачем же прятать оружие, когда ты дерешься? Вот еще можно иногда включать фокус, называемый у нас способность, типа замедление времени. И тогда мы двигаемся и быстрее одновременно, и враги медленнее. Новый совет и зарядка оружия. Отлично. Как подбирать эти патроны? Ну, не знаю. Мне было просто интересно, чего они здесь появились и вышли сзади. Я начал думать, что они там появились, и надо двигаться
по пути к ним, там попутно будут появляться враги, я должен отстреливать их, идти к ихнему пути. А видимо мне надо сюда, если не ошибаюсь. Сейчас проверим, насколько... Да, я не ошибся. Вот как бы было можно догадаться, что надо подойти сюда впритык? Но никак. Я бы, если бы не играл в эту игру, я бы и не понял, что именно надо таким образом было пройти. О, нет. Не поднимайся. Думаю, что они тебя ждут. На этом втором этаже повсюду полиция. Вызываю на помощь твоего напарника. Да, хотим сохранить, потому что сейчас будет много стрельбы. Неожиданное прибытие. Даже какая-то музычка включилась. Можно уклоняться от пуль в замедлении. Это круто, и бегать по стенам. Не, ну только в фокусе. Ради чего можно поиграть беру, так это ради фокуса. Оружие, патроны и здоровье. Так, надеюсь, на среднем будет не тяжело. Интересно, как пополнить фокус. Ладно, он сам пополняется в любое время. Да, и когда у тебя в руках есть пушка, можешь тоже драться левой кнопкой мыши, это всегда удобно, помогает. Пресс стены, не знаю, что за пресс стены, но я сейчас все сделаю верно. Вот такие вот полеты у нас, прицельный огонь, это все достаточно круто, и автомат. Пока все очень криво, но мне пока все устраивает. 2003 год. Бюджетные взрывы. Уже обязательно подбираем патроны, оно тут необходимо. Его иногда здесь очень мало, а иногда я здесь обычно умирал. Надо поаккуратнее прятаться за укрытиями. Здесь нет регенерации, здесь аптечки, поэтому к этому мне надо еще привыкнуть. Несмотря на то, что как-то у меня все очень легко получается пробегать и не прятаться, и бежать на них. Они пока не могут мне ничего такого сделать, от чего бы я плакал и стонал. Стрельба из-за угла. Как я так сделал? Ага, два раза нажал, и он встает. Ладно, я говорил, укрытий здесь нет, а они тут уже есть. Вот можно попихать вот эта фишка интересная по полу врагов, чтобы они полы вытирали, как-то я так это движение называл. Уходи, уходи, в замедлении. Да достань ты свое оружие. Мне бесит, что он его все время прячет. Но зато можно финтить. И делать такие прыжки. К сожалению, только в замедлении. А без замедления он не может этого делать. Он просто прыгает. И никаких он фокусов не делает. Просто может залезть, прыгнуть в стену. Сейчас придется поверху лезть. Это я точно помню. Будет газ. Черт, слезоточивый газ. Оставайся над газом. Полиция блокирует двери. Где Ниоп? Она пытается попасть в это здание. Ты пока сам. Оставайся над газом и найди выход. Я вижу через стены. Так, какая же моя путевка? Здесь он проходит, проходит, но он туда не допрыгивает, видимо. Значит, короче, можно сразу вот идти сюда по кругу, цепляясь за решетку. Кстати, этой музыки не помню, что она здесь была. И мне не нравится то, что здесь очень что-то с оружием все плохо у меня. Лучше бы их отсюда расстрелять сразу было. А если падать вниз, то это, блин, не совсем очень круто. Пока еще не совсем я привык. Да, стрельба в никуда. Ладно, надо перелезть. Попробуем это сделать. Лишь бы не убили мою обезьянку. Анимация здесь, конечно, на ура. Но я еще живой. Давай, обезьяна, давай, давай. Так, падать уже можно. Давай как-нибудь, как слазить. Так, теперь просто быстро наводиться надо где-то. Не знаю, либо просто пробежать. Ух ты, ну выступи нахрен. Лес, лес, лес упал. Короче, ладно. Надо что-то с этим делать, а то сейчас здоровье у меня закончится. Удары от стены, замечательный финт. И надо бы просто и просто убить, чтобы они по мне не стреляли, пока бы я залазил. Но сами видите, что здоровье уходит быстро, у меня времени не очень мало. Много, точнее. И ура, есть время, чтобы залезть. Что, не хочешь, нет?
Ладно, давай так уж сохраним себе здоровье каким-нибудь образом. Вот таким вот. И теперь остается только бежать. А то вот нет времени останавливаться и стрелять по ним. Хотя здоровья совсем-совсем мало. Прыгай давай уже. И да, можно здесь сохраниться, надеюсь. Здоровья нам дадут, но его нам не дали. Надо искать срочно. Сзади, позади где-то что-то есть. Нет, ничего. О, оно пополняется. Регенерация есть. Я вас обманул, друзья. Короче, пока ты не понимаешь, что я использую замедление, буду к тебе продвигаться, мент. И собирать будем патроны. Опа! Опа! Ну это очень удобно, бегать от пуль. Раньше все было как-то медленно. Что-то я полчаса, наверное, до этого момента шел. Здесь что-то еще пожар какой-то будет гореть, что-то взрываться. А потом погони на машине с НИОП. И это единственное отличие, походу, которое я еще помню. Не, не единственное, я помню, что мы НИОП занято своим делом и ищет уже ячейку здесь. А я должен буду сейчас прийти к ней и помочь, если не ошибаюсь. Я по ним попадаю-то вообще? Попадаю. Короче, просто надо уходить и не тратить было на них патроны. Так бы я сэкономил, да. А вот, собственно, вроде это и место. Я вот сейчас сюда подойду, а там должна быть НИОП. Да, это уже первый перекресток двух персонажей. Оператор, это место сильно изменилось. По чертежу очень трудно идти. Похоже, раньше это была тюрьма или банк, или еще что-то. Мне нужна помощь. Но там где-то рядом должна быть комната управления. Найди ее, перезвонишь, когда туда попадешь. Все же нам известно, что матрица, точнее, ну, я не знаю даже, как описать слово матрица, как дать определение этому слову, но где мы сейчас находимся, это несуществующее место. Нам уже в самом фильме рассказывали. Разбил просто кулачками. Давай, запрыгни хоть как-нибудь. О, лол. Так, здесь, кажется, будет орда врагов. Уже началась. Она уже... Нет вообще пистолетов. Чё с патронами так плохо все? Ладно, придется подбегать к ним и просто насиловать конкретно. И экономить патроны на будущее. Хотя скоро уже и конец должен быть. Погоня на машине, о которой я заикался не раз, полетел отсюда. Опа, ушел от пуль и получил. Там якобы в чем отличие? Задние прыжки вы видели такое? Броски, броски крутые, хорошо. А вот задние прыжки это просто рофил. Кто так умеет? Я даже не знаю, вперед так не прыгну далеко, чем назад. Я либо раньше был точнее, либо нет. Блин, я не могу рассказать про ту машину, которую я заикаюсь и заикаюсь. Либо я все время куда-то стреляю не так правильно и всегда. Твой персонаж автоматически пригнется, да. Здесь будет лажа какая-то, здесь будет много стрельбы. Может даже газ опять появится. Но что-то здесь будет конкретное. Отсюда... А, кстати, можно убежать от них. Просто можно бежать, 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 бежать. И жаль, что нет указателя. Вот как мне определяться, куда бежать. Вот не сюда, например. Я вот думал вот сюда. Значит, вот сюда. Кстати, тут еще можно на кнопки, насколько я понимаю, нажимать, но это не всегда понятно, когда они активны, когда они деактивны, куда бежать дальше. Но да, мы дошли до сохранения. Сейчас, кажется, будет как раз вроде и взрыв, может быть попозже, в следующей уже главе. Пока мы двигаемся достаточно быстро. И, может быть, сейчас я пока вот не сильно отвлекаюсь, расскажу вам
чем же там разница машин? Например, миссия в машине. Погоня, короче, стрельба. Отличие в персонажах одно. Одна едет за рулем, это не оп, а призрак стреляет. И был фрагмент такой. Типа якобы на тех квадратных колесах, когда я ездил на низкополигональных, была фишка одна такая. Короче, там на поворотах что-то, то ли мост не работал, то ли что-то. Ну, вроде все было закрыто и нельзя было никуда проехать. Это был какой-то баг, на котором я не смог пройти игру на... за персонажа Нио. Изначально на той машине. А вот этот стреляет, они оба выполняют ту функцию по алгоритму запрограммированную, что она просто едет по своему шоссе, объезжает машину, нам остается только стрелять. Но да, было тяжело мне когда-то, и меня там расстреливали иногда. Но уж больно я проезжал через те фейловые ворота или преграду, не знаю, мост, что там было, посмотрим. Видите, тут, кстати, можно, наверное, походу налегке пробежаться по всей игре пешака и на рукопашке, потому что что-то в меня никто не хочет стрелять. И зачем-то я прибежал снова сюда. И остается просто у Бога спрашивать, что же я здесь делаю, куда надо идти. Но есть вероятность, вот что-то мне в целях расскажут, например. Найди верный пакет, возвращайся в прихожую первого этажа, воспользуйся общественным лифтом на второй этаж комнаты почты, поднимайся на третий этаж и ищи почтовый ящик 731222. И вы знаете, вот где это искать, хотя бы указатели какие-то были. Но я склоняюсь к тому, что, например, нет, не сюда, надо идти туда, откуда я вообще пришел впервые. Еще на пятой минуте игры, он не оттуда, где я спустился, а где-то... где-то с той стороны, вон там может быть, вот в тот угол надо идти, а больше и некуда выбирать из путей, вот здесь есть, да, и все, блин, и чё, и опять я начинаю здесь блуждать, я уже блуждал здесь и не раз, одно и то же повторяется из раза в раз, я нашел путь один, отлично, отлично, уже есть прогресс, а налив тот, на котором запускалась, а вон ребята, запускалась и паникосцена видеоролик. Блин, что-то я сейчас не чувствую такой крутости, как раньше. Простите меня, конечно, но нет. Ух ты, ни хрена. Можно перепрыгивать через них, если что. Что-то дерется со мной. И он просто упал. Он вроде нанес удары, но упал. Очень странно, очень. Даже не знаю, насколько это должно быть странно. Так, мы вернулись. К сейфам, к ячейкам. И опять они стреляют. Но то, что я все время прячу оружие, это иногда выбешивает конкретно. Я бы дрался, как в Путь Нео, но Путь Нео мне не нравится тем, что игра скучная. Честное слово, не знаю, как вам объяснить, но игра скучная. Меня Путь Нео не удивил. Разве что мы проходим игру практически по сюжету фильма. Ну, там немножко не то совсем. Аналогия та же, но практически одно и то же. Повторяется в игре, как в фильме. Лифт открылся, наконец-то мы в него заходим. Выходим сразу же. И мы, кстати, сейчас найдем ячейку где-то вон с той стороны. Если не ошибаюсь, вот здесь, где-то в этом углу. Да, в самом углу впритык. И, кстати... Получилось. У него получилось. У него получилось. Получилось. Входи, черт тебя дери. О, ну, вот это было всегда красиво. Мне так нравилось, когда он бежал. Еще и успеет бросить обратно. Неожиданный поворот. Это вот как было за сюжетную линию от него, а вот тогда мы пришли и помогли ему, что я немного ранее говорил. Но Нёбу как-то все равно, она там ходит всех расстреливать с дробовика. Она, кстати, уже был на тот момент, если не ошибаюсь. Мы остаемся здесь, и нам надо просто сюда уходить. Хорошо, что можно делать вот такие вот выстрелы, брать за руку, бросать их и одним выстрелом в голову наносить повреждения. Ну, точнее, убивать. Ладно, надо там к лифту двигаться. Закрыть. Замедление, конечно, он получше прыгает назад, чем без него. Дядя, откройся, уходи.
С патронами, как обычно, проблемы. Вот сейчас, как вы думаете, куда, блин, идти-то? Ключ. Почта, ключ, ну, может быть, сюда. Предпримем. Ключ нашел, как показала мне логотип. Вот, логически подумать, например, вот где-то что-то здесь надо искать, потому что я нашел тот конвертик и... Ну, теперь я даже не знаю, куда идти. Но не на улице ж ведь. В укрытии они очень плотно обстреливают это место. Ладно, на улице все-таки надо было. Я помню это место. Здесь меня убивали много раз. Надо пользоваться фокусом, чтобы как-то было... Вот, смотрите, у меня уже 38% здоровья. А он еще и живой, ни хрена себе. Ну, возвращайся к нему. Надо прятаться, короче. Зажиматься к стене и... ожидать их, короче, а то они гады серьезные, ребята. Пользоваться прыжками, фокусом, без него здесь никак. Хотя вроде я еще живой, еще успеваю бить. Кто-то еще стреляет, охренеть. Ему уже нашли дробовик. Блин, да что ж такое-то? Бабах, уродище, раз. Дробовик хороший. Хороший дробовик. Место тяжелое сзади, стрельба вроде началась. Ай, 2% здоровья, зажмись где-то. Я слышу где-то шаги сзади, но 1% здоровья. Ай. Прям, знаете, как в фильме было с Нео, когда они с Тринити зашли спасать Морфеуса, тогда агентом. Так здесь уже что-то подобное. Колонны эти, свайные. Без примитива как-то. Ну ладно, вроде разобрался. Зато патронов сейчас у меня уже много на МП-5. Что может не радовать. И появился указатель, что он не всегда здесь активен и работает. Показывает он через стены. Вот, например, что? Вот, например, надо было обернуться и посмотреть. И мы проходим тот же путь. Кажется, на то место, где сейчас будет все взрываться. Не знаю, по какому поводу. Вот, вот сейчас. Ну... Что здесь произошло, черт возьми? Призрак развлекает вас. Развлекает? Он не разрушил что-нибудь еще, кроме крыши для моего ухода? О, да. Держись, кажется, что-то есть. Нужно найти офис управляющего. Он где-то рядом с комнатой управления лифтами. Где-то только что был. Это может быть выходом. Со второго этажа? Извини, но это самое лучшее, что я нашел. У тебя получится. Перезвони, когда попадешь туда. Ладно, друзья, я вам перезвоню уже в следующей серии, а мы пока остановимся на этом моменте. Спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал, извините, что выходит вот как-то так заикой, как-то прохождение, что-то не знаю, что я заикаюсь, и... Ладно, не суть. Если вы здесь впервые, я уже все сказал, ладно. Всем спасибо, всем пока. Стонал. Стрельба из-за угла. Как я так сделал? Ага, два раза нажал, и он встает. Ладно, я говорил, укрытий здесь нет, а они тут уже есть. Вот, можно попихать вот эта фишка интересная по полу врагов, чтобы они полы вытирали, как-то я так это движение называл. Уходи, уходи, в замедлении. Да достань ты свое оружие, мне бесит, что он его все время прячет. Но зато можно финтить и делать такие прыжки. К сожалению, только в замедлении, а без замедления он не может этого делать, он просто прыгает. И никаких он фокусов не делает, он просто может залезть, прыгнуть в стену. Сейчас придется поверху лезть, это я точно помню. Будет газ. Черт, слезоточивый газ. Оставайся над газом. Полиция блокирует двери. Где Ниоб? Она пытается попасть в это здание. Ты пока сам. Оставайся над газом и найди выход. Я вижу через стены. Так, какая же моя путевка? Здесь он проходит, проходит, но он туда не допрыгивает, видимо. Значит, короче, можно сразу вот лететь сюда по кругу, цепляясь за решетку. Кстати, я этой музыки не помню, что она здесь была. И мне не нравится то, что здесь очень что-то с оружием все плохо у меня.
Лучше бы их отсюда расстрелять сразу было. А если падать вниз, то это, блин, не совсем очень круто. Пока еще не совсем я привык. Да, стрельба в никуда. Ладно, надо перелезть. Попробуем это сделать. Лишь бы не убили мою обезьянку. Анимация здесь, конечно, на ура. Но я еще живой. Давай, обезьяна, давай, давай. Так, падать уже можно. Давай как-нибудь, как слазить. Так, теперь просто быстро наводиться надо где-то. Не знаю, либо просто пробежать. Ух ты, ну выступи нахрен. Лес упал. Короче, ладно. Надо что-то с этим делать, а то сейчас здоровье у меня закончится. Удары от стены, замечательный финт. И надо бы просто их просто убить, чтобы они по мне не стреляли, пока бы я залазил. Но сами видите, что здоровье уходит быстро, у меня времени не очень мало. Много, точнее. И ура, есть время, чтобы залезть. Что, не хочешь, нет? Ладно, давай так уж сохраним себе здоровье. Каким-нибудь образом. Вот таким вот. И теперь остается только бежать. А то вот нет времени останавливаться и стрелять по ним. Хотя здоровья совсем-совсем мало. Прыгай давай уже. И да, можно здесь сохраниться, надеюсь. Здоровья нам дадут, но его нам не дали. Надо искать срочно. Сзади, позади где-то что-то есть. Нет, ничего. О, оно пополняется, регенерация есть. Я вас обманул, друзья. Короче, пока ты не понимаешь, что я использую замедление, буду к тебе продвигаться, мент. И собирать будем патроны. Опа! Опа! Ну это очень удобно, бегать от пуль. Раньше все было как-то медленно. Что-то я полчаса, наверное, до этого момента шел. Здесь что-то еще пожар какой-то будет гореть, что-то взрываться. А потом погоня на машине с НИОП. И это единственное отличие, походу, которое я еще помню. Не, не единственное, я помню, что мы НИОП занято своим делом и ищет уже ячейку здесь. А я должен буду сейчас прийти к ней и помочь, если не ошибаюсь. А я по ним попадаю-то вообще? Попадаю. Просто надо уходить и не тратить было на них патроны. Так бы я сэкономил, да. А вот, собственно, вроде это и место. Я вот сейчас сюда подойду, а там должна быть НИОП. Да, это уже первый перекресток двух персонажей. Оператор, это место сильно изменилось. По чертежу очень трудно идти. Похоже, раньше это была тюрьма или банк, или еще что-то. Мне нужна помощь. Но там где-то рядом должна быть комната управления. Найди ее. Перезвонишь, когда туда попадешь. Все же нам известно, что матрица... Точнее... Ну, я не знаю даже, как описать слово «матрица». Как дать определение этому слову, но где мы сейчас находимся, это несуществующее место. Нам уже в самом фильме рассказывали. Разбил просто кулачками. Давай, запрыгни хоть как-нибудь. О! Лол. Так, здесь, кажется, будет орда врагов. Уже началась. Она уже... Нет вообще пистолетов. Чё с патронами так плохо все? Ладно, придется подбегать к ним и просто насиловать конкретно. И экономить патроны на будущее. Хотя скоро уже и конец должен быть погоне на машине, о которой я заикался не раз. What if they don't find us? They will. How do you know? I just know. What do you think will happen after that? I don't know. But I got a feeling it's gonna be one hell of a ride. In less than 12 hours, the machines will breach the back walls. Oh no. Jigs up, here they come. Give me full power, full system. Are we too late? Mr. Anderson, welcome back. We missed you. It ends tonight. Neo. He fights for us.
Всем привет, дорогие друзья, вещает Халисимус, мы продолжаем начинать новую игру за одной, проходим их сейчас часто, я хотел сказать, конечно, продолжаем проходить игру, но нет, мы начинаем, это уже привычка. Но на очереди у нас снова игра по фильму, почти по фильму, «Вход в матрицу» или же «Вход в матрице», короче, «Enter the Matrix». Давайте долго не будем думать, что за взлом. Взлом от сохранения какое-то. Но предпочитаем начинать новую игру, чем загружаться сразу, непонятно почему. По мере прохождения я буду рассказывать, почему я взялся за эту игру, как я с ней знаком, в общем, когда произошло знакомство, и почему эта игра не столь такая плохая, сильно старая, но плохая по отзывам от критиков и менее ректабельная от игроков, попытаемся узнать по мере прохождения. Ну, сразу скажу, что игру я прохожу не слепой, не просто слепо, это я не первый раз запускаю, а третий, поэтому давайте уже просто начнем. Тут болтовня и сцена из матрицы, перезагрузка, вероятно. Посмотрите, они как мухи выползают из всех щелей, откуда только можно. У нас нет времени. Много времени? Нет, у нас нет времени вообще. Послушай, я не мистер Нейсей. Ты уверен, что я смогу первым найти это? Я не знаю, но это ее не остановит. Давай, призрак. Это безумие. Спарк, как долго ты на этом корабле? 3 года. Теперь ты должен знать, что когда она решится, у тебя будет выбор, пойти с ней или убраться с ее пути. Жена Уилл Смита. Может быть, я что-то путаю, но в фильме такого не было. Вероятно, специально отснятый материал для игры. Мы обыскали здание почты. Путь свободен? Нюб, это непросто. Тадеус был моим другом. Я знала его. Он не пользовался этим проходом. Он не верил им. Как бы то ни было, это стоило жизни Тадеусу и его команде. Я чувствую, что если мы не доберемся туда первыми, то нам это будет стоить намного больше. Ну, красный или голубой? Нюб, ты меня знаешь. Это не выбор, это образ жизни. Я знаю, как ценится мое мнение на этом корабле, но не хочу докучать тебе своими советами, хотя думаю, что тебе бесполезно ждать поддержки. Когда я привезу твое тело в Зион, как ты хочешь, чтобы я похоронил тебя? Кремировал или передал земле? Спарк, твоя вера в нас воодушевляет. Да, я такой, какой есть, и делаю все, что могу. Ты можешь заткнуться и нажать на кнопку? Мой капитан, ты хочешь, чтобы я нажал на клавишу двоеточие двойной блэкслэш выполнение команда? Так, выбор героя и всегда... Не всегда, иногда я брал призрака, иногда брал Неоп, как его перевели. Если вспоминать, в чем же отличие, то, собственно, прохождение будет отличаться между ними. Да, не смотри на меня так, сейчас я тебя запущу, оператор. Хотя видео запущено по циклу, оно повторяется. И записано буквально не больше 10 секунд. Вот, снова повтор, ладно. Но играть мы будем, скорее всего, за призрака, потому что, если мне не изменяет память, была вот такая фича с Необой, ну, с небом, не знаю. Когда-то застревало в ноги прохожить, полетел отсюда. Опа, ушел от пуль и получил. Там якобы в чем отличие? Задние прыжки вы видели такое? Броски крутые, хорошо. А вот задние прыжки — это просто рофил. Кто так умеет? Я даже не знаю, я вперед так не прыгну далеко, чем назад. Я
Я либо раньше был точнее, либо нет. Блин, я не могу рассказать про ту машину, которую я заикаюсь и заикаюсь. Либо я все время куда-то стреляю не так правильно и всегда. Твой персонаж автоматически пригнется, да. Здесь будет лажа какая-то, здесь будет много стрельбы. Может даже газ опять появится, но что-то здесь будет конкретное. Отсюда, а, кстати, можно убежать от них, просто можно бежать, 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 бежать. И жаль, что нет указателя, вот как мне определяться, куда бежать. Вот не сюда, например, я вот думал вот сюда. Значит, вот сюда. Кстати, тут еще можно на кнопки, насколько я понимаю, нажимать, но это не всегда понятно. Когда они активны, когда они деактивны, куда бежать дальше. Ну да, мы дошли до сохранения. Сейчас, кажется, будет как раз вроде и взрыв, может быть попозже, в следующей уже главе. Пока мы двигаемся достаточно быстро. И, может быть, сейчас я пока вот не сильно отвлекаюсь, расскажу вам, чем же там разница машин. Например, миссия в машине. Погоня, короче, стрельба. Отличие в персонажах одно. Одна едет за рулем, это не оп, а призрак стреляет. И был фрагмент такой. Типа якобы на тех квадратных колесах, когда я ездил на низкополигональных, была фишка одна такая. Короче, там на поворотах что-то, то ли мост не работал, то ли что-то. Ну, вроде все было закрыто и нельзя было никуда проехать. Это был какой-то баг, на котором я не смог пройти игру на за персонажа Нио изначально на той машине. Вот этот стреляет, они оба выполняют ту функцию по алгоритму запрограммированную, что она просто едет по своему шоссе, объезжает машина, нам остается только стрелять. Но да, было тяжело мне когда-то, меня там расстреливали иногда, но уж больно я проезжал через те фейловые ворота или преграду, не знаю, мост, что там было, посмотрим. Видите, тут, кстати, можно, наверное, походу налегке пробежаться по всей игре пешака и на рукопашке, потому что что-то в меня никто не хочет стрелять. И зачем-то я прибежал снова сюда. И остается просто у Бога спрашивать, что же я здесь делаю, куда надо идти. Но есть вероятность, вот что-то мне в целях расскажут, например. Найди верни пакет, возвращайся в прихожую первого этажа, воспользуйся общественным лифтом на второй этаж комнаты почты, поднимайся на третий этаж и ищи почтовый ящик 731222. И вы знаете, вот где это искать, хотя бы указатели какие-то были. Но я склоняюсь к тому, что, например, нет, не сюда, надо идти туда, откуда я вообще пришел впервые. Еще на пятой минуте игры, он не оттуда, где я спустился, а где-то... где-то с той стороны, вон там может быть, вот в тот угол надо идти, а больше и некуда выбирать из путей, вот здесь есть, да, и все, блин, и чё, и опять я начинаю здесь блуждать, я уже блуждал здесь и не раз, одно и то же повторяется из раза в раз, я нашел путь один, отлично, отлично, уже есть прогресс, а налив тот, на котором запускалась, а вон ребята, запускалась типа никосцена видеоролик. Блин, что-то я сейчас не чувствую такой крутости, как раньше. Простите меня, конечно, но нет. Ух ты, ни хрена. Можно перепрыгивать через них, если что. Что-то дерется со мной. И он просто упал. Он вроде нанес удары, но упал. Очень странно, очень. Даже не знаю, насколько это должно быть странно. Так, мы вернулись к сейфам, к ячейкам. И опять они стреляют. Но то, что я все время прячу оружие, это иногда выбешивает конкретно. Я бы дрался, как в Путь Нео, но Путь Нео мне не нравится тем, что игра скучная. Честное слово, не знаю, как вам объяснить, но игра скучная. Меня Путь Нео не удивил, разве что мы проходим игру практически по сюжету фильма. Ну, там немножко не то совсем. Аналогия та же, но практически одно и то же повторяется в игре, как в фильме. Лифт открылся наконец-то, мы в него заходим.
Выходим сразу же. И мы, кстати, сейчас найдем ячейку где-то вон с той стороны. Если не ошибаюсь, вот здесь, где-то в этом углу. Да, в самом углу впритык. Я очень много где-то блуждал, где-то застревал. И мое первое прохождение, собственно, с чего оно началось? На Новый год в 2003 году, когда вышла игра, родители мне под елку подарили Enter the Matrix. И это был удивительный подарок, потому что Матрицу я любил. Что фильм, что... Да только что и фильм. Первую часть, вторую. А вот третью я не сильно любил. Хотя пересмотрел недавно перед прохождением игры. Я адово потащился по ней из-за того, что она динамичная. И роботов там много, перестрелки. Короче, первая часть моя самая любимая. И возвращаясь к предисловию о том, что... Да ёлки-палки. Что игру я установил в декабре. Прям почти под самый сочельник Новый год. Запустил его себе на компьютере и играл. Играл, мне эта игра нравилась. И я думал, о да, я буду играть за Нео, хотя еще на диске было нарисовано, что там Нео был, Морфеус и Тринити. Я думаю, охренеть, это не может быть такого. И я запускаю игру, и тут показывают этого типа, который в фильме был, играл не самую важную роль. И Нео тоже второстепенные персонажи, которые ничем не запомнились. И меня радует, что я делаю все очень быстро. Будто анлок сделали на FPS. Раньше все делалось очень медленно, да, тем более еще, кажется, у меня была винда 98, когда я играл на этой игре, ой, на компьютере в эту игру. Она еще немножечко подлагивала. Итак, я уже пока говорю, нашел первую проблемку. Не знаю, куда идти. Где-то, я помню, надо перелезть. Где-то надо перелезть или куда-то сходить. Видите, вот указателя нет. И теперь надо только догадываться, куда идти. Можно нарезать пару кругов. Помещение, видите, оно однотипное, однотонное. Зеленая гамма, и не совсем ясно, куда бы свернуть. Но я как стараюсь и пытаюсь, как я обещал, я... Опа. Наверное, мне показалось, сюда ж нельзя пройти. Хотя повис он тут неплохо, я смотрю. Да, игра кривая для своего времени. Как я и обещал, игру попытаюсь проходить на быстрячке, потому что игру я проходил и практически прошел ее полностью. И чтобы... Вот куда мне надо идти. Почему-то я сразу не понял, что здесь лифт. Я, наверное, сейчас сяду или зайду. Как там менять цели? Парень тут умирает, шею себе заворачивает. Охрана умирает быстро. Ни хрена себе, кто-то тут уже успел пострелять. Сетка цели показывает твою текущую цель. Давайте попробуем. Да, она загорается зеленым. Только зачем же прятать оружие, когда ты дерешься? Вот еще можно иногда включать фокус, называемый у нас способность, типа замедление времени. И тогда мы двигаемся и быстрее одновременно, и враги медленнее. Новый совет для зарядки оружия. Отлично. Как подбирать эти патроны? Ну, не знаю. Мне было просто интересно, чего они здесь появились и вышли сзади. Я начал думать, что они там появились, и надо двигаться по пути к ним. Там попутно будут появляться враги, и я должен отстреливать их, идти к ихнему пути. А, видимо, мне надо сюда, если не ошибаюсь. Сейчас проверим, насколько... Да, я не ошибся. Вот как бы было можно догадаться, что надо подойти сюда впритык? Но никак. Я бы, если бы не играл в эту игру, я бы и не понял, что именно надо таким образом было пройти. О, нет. Не поднимайся. Думаю, что они тебя ждут. На этом втором этаже повсюду полиция. Вызываю на помощь твоего напарника. Да, хотим сохранить, потому что сейчас будет много стрельбы. Неожиданное прибытие. Даже какая-то музычка включилась. Можно уклоняться от пуль в замедлении. Это круто, и бегать по стенам. Не, ну только в фокусе. Ради чего можно поиграть в игру, так это ради фокуса. Оружие, патроны и здоровье. Так, надеюсь, на среднем будет не тяжело. Интересно, как пополнить фокус. Ладно, он сам пополняется в любое время. Да, и когда у тебя в руках есть пушка, можешь тоже драться левой кнопкой мыши. Это всегда удобно, помогает
пресс стены. Не знаю, что за пресс стены. Но я сейчас все сделаю верно. Вот такие вот полеты у нас. Прицельный огонь. Это все достаточно круто. И автомат. Пока все очень криво, но мне пока все устраивает. 2003 год. Бюджетные взрывы. Уже обязательно подбираем патроны, оно тут необходимо. Его иногда здесь очень мало, а иногда я здесь обычно умирал. Надо поаккуратнее прятаться за укрытиями. Здесь нет регенерации, здесь аптечки, поэтому к этому мне надо еще привыкнуть. Несмотря на то, что как-то у меня все очень легко получается пробегать и не прятаться, и бежать на них, они пока не могут мне ничего такого сделать, от чего бы я плакал денег, поэтому мне пришлось однажды бросить игру. Поэтому лучше мы зайдем на прохождение ютубское от лица призрака. Зачем ты это делаешь? Что? Проверяешь свое оружие. Руки трусятся. Это же программа. Их всегда одинаково загружают. Хуме учит нас, что сколько бы раз мы не бросали камень, и он падал на пол. Вы не знаете, что случится в следующий раз, когда вы снова его бросите. Возможно, он упадет на пол, а может, он полетит к потолку. Прошлый опыт никогда не гарантирует будущее. Значит, нельзя быть полностью. Я алкоголика выбрал, да у него руки трясутся просто похлеще, чем у меня. А, и да. Здесь были должны быть квадратные колеса, это я точно помню, это угар такой. У тебя есть 10 минут до закрытия почты. В этом районе полно народу, а к свертку никто не притронулся. Номер ящика 731222. Поняла. Эй, можешь сказать призраку, что если он не выйдет, то мне можно будет взять его ботинки? Итак, внутри или снаружи? Я возьму сверток. Будь на связи. Да, игра уже предлагает сохраниться, даже и не успел начать играть. Так, и мы попадаем в какое-то фойе. Окно передачи сообщений что-то ниже, я даже не успеваю читать. Ладно, надо вспоминать. Вспоминать управление, вот уже много всего вылазит. Пистолеты есть. Прыжки, удары ногами на левой кнопке мыши, руками на правой. А как достать оружие? А еще я могу как-то от стены прыгать. Нажмите мне паузу, чтобы войти в совет. Давайте совет почитаем. Подсказки недоступны, охренеть, найдите и верните пакетик. Ладно, походу игра пока не хочет мне обучать боевке или стрельбе. Ладно, как оказалось, буква Е это достать оружие, но и одновременно это... В F и E отвечает за оружие, нет, хотя только Е достать и запрятать, ладно, это такое. На раковину залазить это, конечно, все умеют. Лучше сейчас, конечно же, запрятать оружие, чтобы не привлекать внимание охрану. Не знаю, зачем я это делаю, здесь все равно никого не будет, я уже сколько раз это делал, я просто хочу... Снова ознакомиться. Да еще и музыка повторяется, как будто на ротации стоит. Что? Как они? Из-за чего они ко мне прибежали? Ладно, новый совет, драка с многими врагами. А что есть с немногими еще? Чем вот мне реально нравилась игра, так это драками больше. Это был некий beat'em up, вот когда камера перемещалась в бок куда-то, а не от третьего лица, как в путь Нео, который мне, собственно, не нравится, но об этом я еще поговорю. Сразу можно в лифт заходить, наверное, где-то. Или не сейчас, я уже не помню, честно, надо много чего вспомнить, но, видимо, мы идем по правильному пути. Спарк, лифты не работают. Ладно, нашел копию чертежа. Дай ее мне. Кажется, лифт доставил бы тебя прямо к этому ящику на второй этаж. Итак, направляйся к грузовому лифту в конце сортировочной. Потом... Что потом? Потом молись, чтобы он работал. Он работает. Но надо еще поискать. Блин, замечательно. Я за последние 10 лет ни разу не играл в Enter the Matrix. А теперь, спустя
эти уже 10 лет, я снова запускаю свою игру. Ой, на своем компьютере эту игру. Привет, новый совет Киддог. Может, вы мне расскажете? Киддог. Различные типы бросков боевых искусств доступны при смешении комбинаций броска с движением. Как это делать? Непонятно. Вот, наверное, Киддог как-то его надо на к нему найти, зажимать ЛКМ. Надо еще разобраться. Но это вроде просто гражданин, начальник, который может посидеть, но я что-то решил его прибить. За это очки вроде не снимут, карму не унизят, не понизят. А мы пока осматриваемся, что тут можно поделать. И пока я предлагаю подраться, чем постреляться. Постреляться мы еще успеем. И против агентов, и против каких-то ребят. Что это там? Police cops making you, что-то там. Неизвестно. Кадр в телевизоре. Суровые нулевые. И я пока пытаюсь найти путь выбраться отсюда. Красная вот эта хрень, это аптека. Надо бы запомнить, что она выглядит именно так. Можно комбинировать, да, атаки. Это заметно, когда я нажимаю ЛКМ, ПКМ по несколько раз. Я нашел путь внутрь. Попробуй дверь охраны позади стола клерка. 19 метров. Так, появился указатель, который меня в свое время достаточно много бесил, но сохраняемся всегда. Никогда не буду пропускать эпицентр. Мы уже здесь. Помнится в детстве, ну, я был маленький, да, 6 лет, а мне было, когда я играл в эту еще игру. 8.